Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал Alex Monk Classic Games. И мы продолжаем проходить Mortal Kombat 2 USA на Super Nintendo. Небольшая хохма от разработчиков, которую можно увидеть, если перед запуском консоли зажать L и R. Ну что, снова заходим в опции. Слушайте, люблю такое простенькое меню, которое было в старых Mortal Kombat. В общем, ставим уровень сложности Very Hard. И на сей раз выбираем, как я обещал, рептайла, зеленого ниндзя. Так, первый, бьемся с баракой. Мутант против мутанта. Немного расскажу про рептайла. Помимо того, что он умеет делать подкат, как Саб-Зиро, он еще может пускать что-то вроде шаровой молнии или кислотного шара. Назад-назад и одновременно YB. То есть верхний-нижний удар рукой. Подкат он делает назад RBA. И харчок кислотой вперед-вперед, игрик. Назад-назад, Б. Съели. Вот вы можете увидеть истинное лицо этой расы. Последним представителем которого является рептайл. Рептайл против рептайла. А я также умею. Вверх-вверх, вниз, Y. Прикольно. Уж слишком ты зеленый и кислотный. Ой. Победа. Ну что, клон нам не нужен. Хотя подождите. Единственный представитель расы. Пусть нас будет двое. Лучше уж клон, чем я один. Вернее, пусть лучше же я и клон, зато целых два представителя моей расы. Давайте подружимся. На сей раз здесь уже нужно использовать будет нижний удар ногой, то есть... То есть не назад... Сейчас, погодите. То есть не назад-назад вниз X, а назад-назад вниз A, то есть нижний удар ногой. Ах ты гад, все-таки. Вот так и думал, что он эту подсечку сделает. Так и норовит исчезнуть, видели? Прыгай давай. Я специально руками не дерусь. Чтобы подружиться с тобой. Но. Купите мою куклу рептайл. Назад-назад, вниз, А. То есть нижний удар ногой. Не верхний, как у Саб-Зиро и Скорпиона, а нижний. В случае с Бабалити также поступаем. Джекс. Ой, кто ты, блин? Ну ты чего не прыгаешь? Смотрите! Прикольно! Попрыгаем, потанцуем!
На тебе, на тебе. Да, смех и грех. Кстати, невидимость нам нужна, чтобы сделать Fatality 2. Поэтому давайте исчезнем. Необходимо будет в невидимости подойти в упор, нажать вперед-вперед, вниз X. Да блин, погоди. Жалко, нам не показали, что именно делает рептилия. Обязательно нужно делать в невидимости. Видимо, какой-то древний секрет его расы. Может, у него какие-нибудь специальные клешни или щупальцы, вернее, ножи из него вырастают, и он не должен это показывать. По древнему обычаю, мы же не знаем. Помнится, в Mortal Kombat 3 Ultimate рептилия прокачается и сможет пускать два вот этих кислотных шара быстро и медленно. Здесь же только быстро. Так, Райден, а что если я тебя превращу в ребёночка? Вниз, назад, назад, а. Так. Поэтому не делаем удары руками. Ну и приемы, связанные с кнопкой Y и B. Шапка-то не великовата? Китана. Приемная дочь императора Шаокана. Хотя уже это много раз говорил. Ой-ой. У нее есть спецприем от этого. То есть ее так просто кислотой не заспамить. Давайте съедим ее. Оу. Ага. Ой, я забыл. Ой, назад-назад вниз А же. В смысле вниз Б. А я на А жму. Или я вообще вперед нажимал. В общем, запутался. Надо назад-назад вниз нижней дорогой. То есть Б. Ну тогда тебя, Люси, иди. Не имеет значения, пойду. Ты что делаешь, о? Тоже решил поспамить? Ах ты! Отведай кислоты! А, у меня же подкат есть, я забыл. Велосипедик. Ну, мини-комбо. Ты
Приятного аппетита! Саб-Зиро. Твой черед. Конечно же... блядь, у него судьба такая на мосту с нами встречаться, да-да-да. Ну, за ним уже придется тебя опять скинуть. Ты не поверишь, я так же умею кататься. Тьфу-тьфу-тьфу, ну сегодня меня не подводит камера, как-то не расфокусируется, молодец. Тихо, я так же умею. Тихо, Сап, тихо-тихо. Я также могу, видишь? Ух ты, хорошая комбо получилась. Ну а местная фаталити делается так же. Вниз перед пресс-блок. Вот, Севен, давай. О, да. Такое на Сега мы не увидим. Милена. Вот в этой локации, играя на двоих, как только появляется Дэн Фордер, нужно нажать вниз старт или вверх старт, что я уже подзабыл. И тогда будет секретный бой с персонажем Смоук. Помимо Джей, здесь еще и Смоук есть. Серый ниндзя Смоук. В той ипостаси, когда он еще... Ой! До того, как он стал киборгом. Так, сделан, наверное, секретный... Фаталити. Ну, имеется в виду, который в невидимости делается. Ух ты. Перед... Тихо, тихо, ну... Блин, замешкался, надо же. Значит, вверх-вверх, вниз, Y делал невидимость, а затем вперед-вперед, вниз, нижний удар ногой, фаталити 2. В упор. Тихо-тихо-тихо. А, я забыл, она же легкая, вот так вот она. Порядок. Минуточку, подключу камеру к зарядке. Так, продолжаем. Напоминаю, что паузу в этой игре можно делать только между портретами. То есть вот вы победили бойца, и как только видите, что ваш портрет начал двигаться к другому портрету, быстро жмите старт, и только в этот единственный момент будет пауза. Так вот вы не поставите никогда. Я сейчас на зло Шоукана сделаю дружбу. Он же, наверное, ждет какого-то кровавого добивания. А вот шиш тебе. Тихо. Назад-назад, вниз, а. Да. Может быть, как-нибудь и купим твою куклу рептайл. Ну, такой удивленный голос Шоукана. Friendship? Friendship? Мол, дружба. Напоминаю, Friendship и Бабалити разработчики сделали, как бы...
чтобы немножко постебаться над системой рейтингов и вот этой вот системой, которая отслеживала жестокости в видеоиграх. Стёб, лёгкий стёб. Как же высоко он глава-то прыгает, а? Еще он мастерские броски делает. Посраки. Увы, сбросить в кислоту мы не сможем, мы не Саб-Зиро. Давайте посмотрим на ребенка в шляпе. Просто прикольно будет. А, не, погодите, я его съем. Мне будет интересно посмотреть, как шляпа с полями влезет в рот рептилии. Ой, как он себе скулу-то не порезал этой шляпой? У него шляпа пополам свернулась во рту. Это уж фантазия. Что, Скорпион? Я должен тебя победить кнопкой С. Сделай это во втором раунде, чтобы побольше боев было. Это же стандарт, два боя. Ах ты, блин. Понятное дело, шарик долго пускается. Ах ты, блин, спиной как-то ударил. Ну, молодец. Это же компьютер, блин. Ему все позволительно. А вот смотрите, ребята, по сути, вся игра Mortal Kombat. Ну ладно, еще один раунд будет. Я уже нажал просто верхний удар ногой вместо нижнего. По сути, вся игра Mortal Kombat — это обмануть скрипт, да ведь? Попробуйте просто подойти, допустим, и сделать бросок. Бросок обязательно будет перехвачен и сделан соперником. Пока я трындел, чуть не проиграл, да? Вот сейчас не забываем, бьем только кнопкой А, если мы хотим встретиться с Джейд. Наконец-то победить ее. Конечно, эта битва ни к чему не обязывает, но просто так хочется. Используем только нижний удар ногой, если хотим встретиться с Джейд. Пока. У рептайла же бабалики как раз через нижнюю удар ногой делается, можно было сделать. Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Два зеленых типа. Напоминаю, что летающие приемы на меня не действуют. В смысле, броски, фаерболы и прочее. Броски шаров. Не броски, когда мы делаем захваты, кидаем, нет. Я имею в виду плевки, лед, гарпун, скорпион и так далее. Вот это на нее ничего не действует. Ну, видите, на нее маленько тяжеловато реагировать, раз она такая шустрая. Давай подкат. Вот так.
1-1, однако. Локация Мир Гора из Mortal Kombat 1. Ребята, только сейчас заметил, обратите внимание на середину экрана, что череп лошадиный лежит. Вот, получается, она подо мной. Да, мы победили ее. Походу, его копытными животными кормили Горота. Вот, я же говорю, эта битва нас ни к чему не обязывает. Смотрите, что проиграли, что выиграли, все мы оказались на экране выбора бойца. Так что по поводу Джейда вообще можно не париться. Так, Шан Цзунг превратился в барак, он нам это на руку. Можно сделать прикол вот такой вот. Пам-пам. Давай еще раз. А, он превратился надо. Обидно. Так, я думаю, время фаталити 2 будет. Да блин, не получается. Видели, он полетел уже, когда Шан Цзунгом превратился. Сделал прям китаны. Бывает же такое. Ну что, выпускайте бычка. В смысле, кентара. Чё ты бычишься? Ой, конечно, харчок как капля в море по сравнению с его. Тихо. Ой, я! Ах ты, блин, ёп! Первый театр. Как всегда, ликующая толпа, которая болеет за Кентаро. Чё за неё болеть-то, абразина? Так. Тихо. Блин, подловил таки. Ладно, херня вопрос. Ребята, честно говоря, тут пару раз ему проиграл, поэтому, извините, я это вырезал, чтобы вас не утомлять своими фейлами. А сейчас мы затащим, я постараюсь. Да, его харчок, конечно... Точнее, мой харчок не читай его харчку. Да ёперный ты балет, а. Представляете? Кентаро в сухую. А интересно, получится дабл флаус? Не.
поняли? Подсечка в некотором роде слабое место. Ну, только в определенный момент нужно ее делать. И вот, вновь встреча с Шоуканом. Да, посмеши нас еще раз с забавным криком. Да. Харчок, значит, на него действует, но шар нет. Видите? Кислоты в харе. Ага. Оу, фак. Да, смеялся над тобой и буду смеяться. Потому что ты орешь, как будто тебе по яйцам бьют. Yes. Пыщ, и нету Шоукана. На сей раз рептилия победил, Шоукан проиграл, и я вновь стал чемпионом смертельной битвы. Смотрим ауткон рептайла. Опять же, буду благодарен, если кто-то поставит на паузу, переведет это для меня и напишет в комментариях, что здесь написано. Во, смотрите, как выглядит рептайл без маски. Во. Ну что, будем прощаться до следующей серии. За кого я буду играть, пока не знаю. Увидите. С вами был Алексей и канал Алекс Монг Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока, ребята. Постскриптум. Вот этого показа персонажей в конце не было в версии на Sega Genesis.